Приветствую вас, друзья! Вы наверняка уже заметили, что в криптоиндустрии сейчас появился новый тренд на создание супердефляционных токенов, которые сжигаются при каждой транзакции и тем самым постоянно стимулируют их рост. Таких проектов создается сейчас огромное множество, но, к сожалению, большинство из них не имеют под собой никакой идеи и цели и создаются просто для быстрого и спекулятивного заработка. Однако герой моего сегодняшнего обзора отличается от большинства своих конкурентов. Речь сегодня пойдет о проекте Live Token. Его основной задачей является создание экосистемы для помощи людям в тяжелой жизненной ситуации. Реализовано это будет за счет постоянного осуществления пожертвований в различные благотворительные фонды, занимающиеся оказанием психологической помощи людям, особенно тем, которые хотят свести счеты с жизнью. И команда Live Token постарается исправить это как за счет осуществления постоянных пожертвований различные фонды за счет прибыли с налогов, полученной при обращении их токена, а также за счет продажи благотворительных NFT и запуска в будущем собственного DeFi биржи для таких же благотворительных токенов. И в данный момент проект уже запущен в виде пока что простого BIP20 токена, который функционирует в сети Binance Smart Chain и работает по хорошо известной нам с вами схеме, в основе которой лежит так называемый налог. То есть при каждой транзакции токенами пользователи должны платить не только цену за газ в сети Binance Smart Chain, но также и отдавать определенное количество самих токенов в качестве налога. В данный момент этот налог составляет 10%. Часть от налога, 4%, автоматически распределяется между всеми держателями токенов LTN по механике FEI. А еще небольшая часть, всего 1% от каждой транзакции, моментально сжигается, чтобы обеспечивать постоянный дефицит токенов LTN, особенно учитывая их весьма солидную начальную эмиссию в целых 10 триллионов штук. Таким образом, получается, что для заработка вам нужно просто хранить на кошельке токены, чтобы получать регулярную награду в этих же токенах, полученную от всех других пользователей проекта. При этом сами токены будут регулярно сжигаться, повышая тем самым свою цену. И все, что от вас требуется, чтобы зарабатывать, это просто купить токены LTN на бирже PancakeSwap и хранить их в своем кошельке, время от времени продавая накопленные награды. Только учтите, что при покупке обязательно нужно выставить уровень проскальзывания цены выше 10%. Иначе ваша транзакция на покупку не сможет пробить налог и будет просто отменена биржей. При этом никаких проблем с ликвидностью при покупке токенов LTN у вас возникнуть не должно, потому что команда в первый же час после запуска проекта заблокировала весьма солидную сумму ликвидности на децентрализованной бирже PancakeSwap. Срок блокировки составил 6 месяцев с момента запуска проекта, и в данный момент у Live Token имеется ликвидность почти на 50 тысяч долларов. Из других же экономических показателей можно отметить, что у проекта Live Token довольно низкая капитализация, меньше 1 миллиона долларов, что очень хорошо для подобного сейфкоина, а также крайне малое число холдеров, чуть больше 3000. Поэтому у Live Token имеется весьма большой потенциал для роста. Однако это что касается заработка на проекте Live Token. Но помимо этого, часть налога с транзакций, причем весьма солидная их часть, целых 5% с каждой транзакции, переводится на специальный кошелек для пожертвований, с которого команда каждые 2 недели перечисляет средства в различные благотворительные организации. Так, например, в данный момент общая сумма пожертвований только с личными средствами команды Live Token составила более 30 тысяч долларов. Но, как я и сказал в начале, дефляционный токен – это только первый шаг разработчиков, и дальше они будут превращать свой проект в полноценную экосистему со множеством функций и возможностей. Так что, если вы захотите более подробно узнать о проекте, то ссылку на их официальный сайт вы сможете найти в описании под этим видео. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.